Друзья, привет! Ну что, не прошло и полгода, точнее, не прошел и месяц, мы снова в галерее Краковской. Теперь народу прилично, смотрите, все те же распродажи. Я думаю, кстати, сейчас цены, поскольку уже конец августа, намного-намного меньше. Вот это платьишко, мы сначала не поняли, что оно стоит $260. Думали, и платьишко, юбка. Юбочка, 2600. Нет, $260. Я уже подумала, помните, мы с вами шорт смотрели из Дубая, бренд Манго, там же какие-то миллионные цены на какое-то страшное платье было. Не, ну это натура, но жакетик стоит 1189. Это сколько? Я переведу. 1189, да? Я переведу. Да. Сукенька стоит 1389. Сукенька, он тут сказал. Написано, сукенька. А прикинь, тут сукенька синего цвета, но на самом деле зеленая. Да, она на морской волне, скажу. А на самом деле она тут тоже синяя, на самом деле она зеленая. Может быть, даже знаешь, это может быть шелк, что-то подобное. Шелк. Да, и сколько она стоит? 1389. 1389. А стоило 1995. Вау. О. А у меня, обратите внимание. Да, кстати, Наташа, расскажи. Маечка с тему. Я не рекламирую. Тема это такой, типа, как Алиэкспресс, но ну, он уже везде. И в Эмиратах, кстати, мы заказывали барахло в Эмиратах. За копейки, да. И в Украине есть... Сколько оно стоило? 200 с чем-то гривен. 20 дирхам оно стоило. 5 да, долларов. Я понимаю, это полиэстер. Вообще. Но Наташке нравится, ей нормально. Давай я стану посредине, и ты снимешь. Да. Оценить. Не, я понимаю, натуру сравнивать с полиэстером, но вы как? Ну, это 20 дирхам. Это такая вот цепочка серебряная, которую мы покупали, и сережечки. И котик такой у Наташи есть, мяу. Котик серебряный. По-моему, это ты привозила с этого, нет? С Канады. Нет? С Канады или с Лос-Анджелеса, по-моему, что такое. Вот, да, такие сувениры привозила тоже. Люблю друзьям цацки привозить. Так, друзья мои, смотрите. Вот она, галерея Краковская, снова. И тут сейчас, конечно, людей уже больше. Вещи хорошие, вещи стильные. Вещи интересные. Там ну, даже, я люблю идти, у нас уже мало, как бы, уже мало места в чемодане. Как мы это называется? Кардиганчик? Уже да, не рискуем взять. Я их кофточками называю, шикарно. Ну, обыкновенная, но куча денег. Ну, сейчас просто пройдемся с вами, такая легонькая прогулочка по галерее Краковской. Посмотрим, что есть. Так, я хочу в это, я хочу в Венецию, в свою любимую. Ну, Наталка только сказала, что хочет Вермес, отошли какой-то Хегос Милано, кстати. А ну давай, я посмотрю сейчас. И такие же похожие мы же брали. Вообще шара 150. 150? Ну да. А мы брали к тебе и Полинчику на подарок отправляли со Вроцлава. 150, да? Они все по 150. Ну это другая фирма. Это мне почему-то розовые нравятся. Такие, такие закатные. Это малиновые даже. Ну это кожа, да? Кожа. Они все по 150. 199. А вот эти вот серенькие, 200 считаете. А ну. От колера могут залежить. Это, я думаю, что они все по 200, да. А синие, наверное, дешевле, потому пара, что одна пара, знаешь, я думаю, что может, это последняя быть. Пара. Красиво, классно. Слушай, ну дай посмотрим. Так, друзья, мы собирались в Венецию, сейчас покажем все, другой магазин кожи. Название уже показал, идем посмотрим. Ой, какой прикол. Ну это эти, это резина. Сакс, резина, я не знаю, сколько вот такая красота. Ну вот, Наталка, покажите. А ну да, давай это черный, например. Вот это для любителей, конечно. А, 100. А ну дай. Ну, пахнет интересно, слушай. Ну, вот Томми Хальфигер тапочки тебе понравились. Слушай, а как них? Ну, я думаю, что удобно, но правда, вот как тут пот будет выливаться прямо. Блин, я думала, очень... это проволока, это не, это резина. Прикольно, оригинальная сейчас. А вот это вот такое, что-то сталь какая-то. Дай-ка сталь, господи. Ты что, сталь? За сталь надо платить. Ну, такая вот резиновая коллекция. Под животное, бедное. Ой, какие полосочки. Ну, вот такие сколько стоят. А такие стоят 700. Ты выпишешь. Это моя тема. Цен блестяшки, все, это мое. Вот это вот, кстати, вот Хегос Милан, это вот фирма. Да, бачишь? Как и магазин называется. А покажи, почем блестяшки а такие. Блестяшки, ничего себе. 570. 580. Как рифляй называется. А что, оно крылышками еще машет? Да ты что? За такие деньги, конечно, машет. Оно должно крылышками махать. Блин, говорит, красиво. Доброе утро за такие деньги. Смотри, как красиво. Ну, не знаю, мне красиво, например. Оригинальный. Класс. А когда уже начнут спортивную обувь с бабочкой? Тоже. Да, да? А что, может, уже ее? Так, что еще? Made in Italy, кстати. Ну, да? Вот да, так. Made in Italy. Ничего а себе. А тогда понятно теперь. А, теперь уже тема ценная. Да. Если Made in Italy. Барбари, типа. Типа под Барбари. Да, да, это текстиль. Ух ты. 600. 700.
700. Ну, 690 здесь made in Italy, но походный. А, ну если это вот фирма, то да. Ну, да. Это не факт, ты знаешь. Не факт, но значит. А вот это такая качество, классика. Классика. Ой, красивые какие, боже, дивись. Мне подобается. Это тоже не странно. Ну, лакированные такие. Там, сколько? 649, 650. Но я не люблю. Кстати, вот лак, оно не размерзло. Оно, да? Никак... не разнашивается. Ну, оно не разнашивается. У меня когда-то оно, был, был... череп заинтересовал. Был досвид, какие взять? Вот этот. Это же очень красиво и модно. Очень часто да? Есть такие. А есть светленький череп. Вот какой-то этот. А ну, плюш. Смотри, здесь вот не плюш, а здесь плюш. Почем плюш? Плюш 640. Made in Italy, кстати, плюш. Да. Так, вот это оригинально. Ну, это вот, ну, вообще просто, да, это ДДР, ну, смотри. Ну, уже класс. Блестяшки. Я Опа. Понимаю, Наташка не была блестяшка. Да, это тоже. 700. Это кожа. Конечно. Да. Ну, за такие деньги это должна быть кожа. Вкусная кожа. Выбачаюсь, но да, так оно и есть. Пахнет очень хорошо. Вау, ну что ты. Слушайте, ну это модно. Ну, это мое. Это мое. Amazing. Я не знаю, где нужно ходить. Чтобы не оборвало. Оно, оно тверденькое, чтобы тебе никто не наступил. Но тверденькое, если так вот оно это, то острое даже. Ну ничего, будет зато вот оно. А ну какой класс. Ну давай посмотрим. Угу. 650. Ну, тут оригинальная, конечно, я такого не видела. Класс. Если мы где-то видели на Флорианской и в Венеции похожие модели, такого мы не видели. Да, да вот эти вот. Вот эти вот эти. Нет, 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 тапочки, вот эти красивые. Нет. Ну, это нет, да. Сначала смотрим это пчелки, тапочки. Герленовские пчелки. Угу. А золото. Это даже без золота, 600, это как 700. А эти какие красивые. Эти даже лучше, потому что пчела не отвалится. Ну, здрасте, а если мне пчела нужно пускать? Ух ты. А это 730. 730, красиво. Ага, да, не просто так. А вот это, дивись. Мне цвет нравится. Посмотри, какой колер. Благородный, коричневый. Вот на барной каблучок. Ты шо? А ну, покажите еще. Сейчас. 600. Шикарно. Ну, оригинальный, кстати, очень много вот. Красивые. Ой, а из велюра такие. Из велюра, какие колер берем? Давай оранжевый. Ну, давай. По-арабски буртукаль. Буртукаль? По-украински помаранчу. Ой, вообще 300. Да ты шо? Это распродажа, он 400 зачеркнуто. Да ты шо? Тоже Италия пишут. Ну все кожа, дивись. Угу. Со значки. И шо? Я и думала, вот нубук, кстати, и это кожа. Кожа? Думала, нубук. Короче, здесь по-любому первый проход, и надо делать профилактику. Mm. Тем более кожа, это ты шо, это, ну, тут же нету даже ничего. Ну, то есть вам еще обойдется это. Класс. Каблук вообще удобный, ну, кто может. Так, здесь. Давай еще здесь вот мне хочется, вот еще вот это вот показать. Mm-hmm. Тоже вот это? Снова с пчелкой стоят такие, ну, так, 650, посмотри, я не вижу. Очень 650. Тяжело такое. Ну, прикольно, смотрятся они такие, конечно, вот, как это... аутентичные, я не знаю, на, ну вот на стиле, на стиле. Их не так много будет, если вот вы их приобретете, да. Вы будете вот единоличный его хозяин. Практически это пробовала. Ой, эти какие фиолетовые, боже, целичка. Дивись. Да, Наталка любит фиолетовый колер, ой, цвет. Какой, а это что такое? Это ну такое как. Ну тоже это декор просто. Как такой пластик мягкий, мне кажется. Ну, да. Кстати, вот это не очень, я не знаю. Это что-то вообще липучка, что ли? Не знаю. Не очень, нет. Да. Ну и ничего себе, 800. 800? Ну, мне кажется, они не очень сделаны. Каблучок. Каблучок такой удобный, мне кажется. Цвет передает. Камера, да, супер. Цвет вообще удобный. Не знаю, что вам сказать. Из-за этого вот штучки вот странные. Чего? Запретовая. А ну, дай другую. Дай другую туфлю. Вот любую. Давай. Красивый бордо. Цвет. Винный. Приподними там же, где у нас было. У нас было удивление. Приподними здесь. А. Да. Нет, тут немножко. Получше как ты сделал. Да. Вот там просто он такой белый, явно, как какой-то бинт залепленный. А, тут черный. Ну, тут тоже тут черный залепленный. Но как залепленный, как какая-то липучка, я не знаю. Ну, ты ж не будешь падать на это, ну, к ногам, конечно. Можно. Я буду, конечно, я сюда падаю. Мне вот эти нравятся тоже, коричневый цвет, красивый. Ну, лодочка классическая. Кто может носить, кто не может. 500. 500. А ну, дай цвет 500. Еще. Цвет еще покажи. А, цвет вообще шикарный. А, ну. Красиво. А, вот эти класс. Под старину, давнину. Угу, и сколько такая красота. 700. Будем, кстати, как обычно, рады лайкам и комментам. Вообще интересно, что это. Шикарно. Вот такие вот давай посмотрим еще. Вот идешь,
Нет, на ней не звенят, думала, бубенчики. Не, ну звенят, что здесь. Цвета у здесь красивые, и радует, что камера вам передает, что вы это все видите с нами. 600? Или 600? 680. Это 6, да? Думаю, ну, это как 60-е годы, да? 70-е. Прикольно, да. Угу. Цветочные, ничего нового. Ну, что, немножко под стрекло. Класс. О, я уже хочу померить. Смотри, вот лук. А что ты хочешь? Не знаю, может, какие-то лоферы, может, это на скидку. Пудровый какой, 250. 250, да. Ну, ну тоже вот эта кожа, я не знаю, как будет. Тоже Made in Italy, да, я посмотрю. А, ну. Здесь да. Непонятно. Вот. Made in Italy. Да, есть. Ну, это серьезная тема. А мне вот такие нравятся. Какие мне нравятся, я прям аж это. Мне же прям тоже понравились. Я как это? Mm-hmm. Даже это супинатор типа есть. Шо? Шо? 200? Шо? Друзья, 200 – это очень хорошая тема. 200, мне кажется, это Dior, интересно. Да я шучу. Дайте я вам покажу. Ну, слушайте, очень красивый, он, конечно, будет мягкий. Беж, не, мне вот эти вот оливковые 4 нравятся. Шикарный. И черный тоже нравится. Вот сами, а мне вот так вот нравится. Ну, черный – это классика, да, типа. Хотя черный уже плотный, это смотри. А, нет, они все плотные, типа, но это как-то мягче-мягче. Я поняла, знаешь, почему мягче? Потому что колер сам по себе приятный, смягчается, и тебе кажется, что они такие мягусенькие, а по сути, нет, все-таки эта шкура поплотнее, да? Это помягче, да. Так, ну что, сейчас выберем что-то и померяем. Я вот тоже аж прям задумалась. А, тут белый, белый с подошвы. А ну все в одной цене 200. Да, 200. 200. 200 все. 200, да. 200, все в одной цене. Надо мерить на вот. Ну что, народ, мне не повезло. Я выбрала эти вот три размера. Ну, точнее, я сначала хотела эти. Нету 40-го, есть только онлайн. А заказывать онлайн просто нету времени. Мы завтра уже уезжаем. А Наташина, вот твоего вот тоже нету, да? И ты надеешься... Нет, 37-е, а 38, ну, мало ли, я что не знаю. Ну, я, ты попробуешь, да? Я села и провалилась. Это после вкусного завтрака, который был сегодня в отеле Полония. Здравствуйте. Ну, так, носочки есть, все есть. То есть, если у вас носков нет, можете прийти в магазин Hagos Milano и спокойно взять носочку себе. Так, ну что? Да, классно, хотела бы есть и такие вместо кроссовочек, но, кстати, я в своих этих штанишках карго. Прикольно, мне нравится. Зеркало, может, вот не знаю, понимаешь. А давай это по-другому. А ечи это, может, 38-й там есть, да, какой-то, 38-й, и тогда вот поменяю. Этого, я понял. Ну, да, это я. Это я. Мне кажется, маловато. Смотри, пятка некрасивая. Бачишь? Ну, померяй больше размер, да, если есть в этих вот. Тогда посмотришь. Ну, ты хочешь именно этот цвет, да? Ой, я села, тоже провалилась. Наталка, ты не одна, я провалилась. Я тоже много за завтраком поела сегодня. Друзья, пишите обязательно, нам же интересно ваше мнение. Но вот мне в этом магазине класс, интересно, нравится тут смотреть. Наташа тоже продавщица, девочка молодец, разрешает снимать, ничего не кричит. Такие прям изделия, и так хотелось Венецию. Здесь тоже есть хорошие магазины, хорошие, интересные всякие товары. Наташа говорит, давайте я померяю сейчас 38-ю, и тогда уже будем смотреть. Нет, цвет классный, оливковый, просто бимба. Вот я боюсь, что... Хотя они, может, подастся, но нет, вот... Да, зайцы, я понимаю, что с кожей эта проблема есть. Подожди, стой, поставь. Вот, смотрите. Видите, она чуть-чуть просела, да. Оно может разноситься, а может и нет. Ну, проблема. Наталка себе пошла гулять, сумку бросила. Ну, ладно, документы в сейфе. Я так одним глазком поглядываю. Смотрите, просто я вам покажу, какие классные есть. Ну, вот такие вот вещи интересные. 400. Ну, наверное, это вот у тебя есть деньги, ты накопил, ты купил, и ходишь классные вещи, и тебе нравится. Что с вами, Наташа, еще что посмотрю? Я посмотрю, меня заинтересовали. Где-то, помните, мы уже видели, по-моему, даже в той же Венеции, такие как корковые. Корковые, типа 541 стоит. Вот такой вот стоит 496. Ну, такая корковая коллекция. Ну, вот это вот мне нравится. Прикольно смотрится. Даже оранжевый больше прикольный. 596. А, нелегкие, кстати. Ну, они средней тяжести. Нелегкие, но и не тяжелые. А, это биркинстоки вот эти вот.
Ну, кстати, дай мне померить, они удобные. Даже не знаю, что за Birkenstock. Все... Made in Germany. Ну, это типа все носят. В Германии сделан. Да. Все носят. Господи, да, я думала, все кроксы носят. Все носят. 37, 37, 1, 37. Ну ладно. Металка фанатеет по обуви. Что-то я опять схватила цвет. И по духам. Ну вот что-то вот. Не, классный цвет, прикольный. Цвет вообще. Ну на ноге прикольно смотрится. Просто я не знаю, народ, пишите мнение. На ноге прикольно. Они вообще, они так прикольно смотрятся, я тебе передать не могу. Они яркие такие, ага, вообще, ага. Класс. Вот все надо поносить, это не поймешь, пока не поймешь. Там есть на подошве такие, знаешь, рифле, ну, то есть под это как это, под пальцы, там еще что-то, ну, это надо купить. Инбэ, окей. Это я вот, карго-джинсики, прикольно, да, вот, все смотрятся, что так удобно. Положила сумочку, смотрите, все, не надо с собой таскать рюкзак, сумочка на покупке здесь, все. Футболочка, Стуси, все окей, все есть. В синеньком тоже нанимают. 38, есть только вот это Бэш. Да, вот, зашли, магазин реально классный, цена вообще фантастическая. А это будет, мне кажется, большой, у меня палец вот здесь вот. А нету половинки между этими, интересно. А half size, no? Half size. No. Ага. Full size. Я даже не знаю, разносит ли тот оливковый. А вот это, кстати, значит, что? Это тоже продавливается, чтобы ну есть. Да, у них, видишь, такая мягкая, типа полумягкая пятка. Полумягкость. Да. А ну, слушай. Ну, это тоже продавливается, да. Поэтому... Угу. Бачишь, все надо... Мне не нравится эта подошва, бачишь? Что-то не то пошло вот с подошвой, тут мне не нравится, не продавливается. Мне тут колор нравится. А может у девочки спросить, вообще он разнашивается или нет? Что нет, тут это... Ты берешь ответственность на себя. Ну, тут понятно. Спросить, но тебе ответят. Тут, конечно, мощно, классно вообще. Да. Такой... Ну, сейчас, вот у меня сейчас, вот смотри, да, мне сейчас зараз комфортно в цех, реально комфортно. Ну, ты думаешь, что оно но просто потом будет? Вот тут вот заканчивается палец. Ну да, вот, видишь? Если слушай, я буду кожа, ходить... она такая подозрительная, тебе давай, если я буду ходить, вот она уже, это галоша типа. Конечно, мне комфортно зараз в этом. В этом я не скажу, что мне душно. Но в этом можно дома сидеть в носках и разнашивать, как мы бусы разнашивали. Слушай, а рецепт, можем... кстати, носки в водку макаешь, одеваешь... уходишь. Да, это тоже. Кстати, яркость сумочек, народ, просто яркость сумочек. Сумочки яркие. Офигеть, давайте одну достану, просто вам покажу цену. 150. Очень красивая бомбочка. Там моя сумка, кстати. Я уже обратила внимание, что Наташа бросила сумку и пошла. Да. И что? Она такая же, как вот... А нет, вот тут есть кармашек. А это кожа интересная? Конечно, кожа. Сколько кожа? 150, но это нормальная цена. Почему-то как приятно. Ой, такая яркая. А мне нравятся вот эти вот, смотри. Все четыре, между прочим. Мне нравится и оранжевый, и желтоватый. Зеленый вообще классный. Я сейчас покажу, сумочка есть. Но зеленый немножко зеленее, камера не сильно придает. И в конце коричневый. Бирюза даже скоро. Красиво. Очень красиво. Слушайте, магазин рекомендуем, народ. Очень тут вещи есть классные. Кстати, а Summer Sale есть 50%. Вот они стоят здесь 50%. Ага, не просто так здесь. Ой. Так я думаю, какой тапок прикольный, это что это поставилось? Ну да, например, 200. Классно, классно. 200, а это made in Italy, да? Ну, made in Italy, 200 минут. Ну это, ну что могу сказать. Слушай, одень два этих и походи. Я вот уже, совсем не в моготу будет, как бы это. Я хочу это, да. Тогда уже, конечно, нет. Сейчас. Боже. Наташа нашла с двумя глазиками. А посмотри, какой это каблук. Сейчас, подожди. Класс. Как прикольно, если обувь начнет с тобой общаться. Ну а что, нет? Глазик, привет, сколько, привет. Сколько оно стоит? Глазик стоит 700. 700 стоит. И Наталка уже одела два оливковых. Да, этих. Я одела два оливковых и вот... Еще сходит. Кстати, Биркин, она сказала, ну, так, ласково назвала их говнодавами, сказала, пока не хочет их приобретать. Вот не знаю, они стоят красивее, нет? В смысле стоят, так они ну, так на красивее. На витрине они стоят, а на ноге цвет потрясный, цвет вообще проблем. Ну, пройди он даже универсальный. Иди погуляй. По молу. Найди Венецию, сравни там цены. Мы тебя подождем.
Наташа довольна. Во-первых, 2 года гарантии. Во-вторых, уже все купили, и Наташа идет сейчас у них. Сейчас мы это уже все будем. Да все. Вот такой вот магазин Haggles Milano. Рекомендую. Магазин классный. Кожа тоже классная. Так что здесь такая итальянская тема. Венеция, Милан. Отличный магазин. Рекомендуем. Очень довольны покупками. Народ, ждем ваши лайки и комменты. И кроссовочки пока едут вот здесь. А кроссовочки такие, yes. А ботиночки идут. А ну. Блин, ну там повар вообще.